Так, ребят, вы ехали, короче, поснимать ролик. Смотрите, какая погода у нас. Просто влупил сильный ливень. С градом. Из машины даже выйти не можем. Вот Санек сидит, пьет сок. Привет, да, сачку пьем. Ждем, пока дождь закончится. Ничего-то он долго, мне кажется, заканчивается собирать. Да, если сейчас не закончится, пойдем к Саньку домой. Потому что, ну, погода вообще лютая, надо ролик снять. Гром гремит, молния. Ух, ё-моё. Питай, да? Перед началом. Да пизду, давай лучше опрошу. Да давай это, блядь, потом оп... Да ты его не нюхай, ты просто ебанись его нахуй, лепёху и всё. Ты хочешь, блядь, болевал, что ли? Блядь. Да нормально, давай. Блядь, стал бы какой-нибудь перчатки хоть взять, нахуй, блядь. Перчатка это на голову, ёптай. Блядь, пиздец, у меня так нахуй, блядь, скоро волосы выпадут все нахуй. Да надо, блядь, вот заебись наоборот навозом, блядь. Охуенно, да, блядь, проверь, нет, если я остался, волосы потерять. Покажи, у тебя бой вон. Да, растут охуенно, блядь. Давай, ты, Санёк, стой, подожди, дай сядь ровно, блядь. Как в ровность, ты хочешь, чтобы я бы в говно залез, что нахуй, блядь. Так, погоди, никого нет, вот нет никого. Давай, попёвали. Нет никого, блядь. Говно тут у меня. Да двумя... Да погнали, быстрее, сейчас быстро. Покажи, во. Давай. Она холодная, сука. Нахуй. На какую нахуй, да. Я тебе всё мозги запишу. Фу, ебать ты в рот. Ты воду приготовь хоть, блядь. Давай. Где вода, блядь? Там червяки еще ползают, нахуй, ёбаный рот. Посмотри на меня, посмотри на меня, извинись на меня. Да на меня извинись. Ооо, мразь, ёбаный рот. И чтоб сухо, чтоб весь перепачкался в дерьме в этом, нахуй. Давай, пам, пух и все. Пух и все, и волосы я не буду. Только на меня посмотришь потом, а то ты, блядь, да звонись вообще на меня, во. Вот, все, давай. Посмотришь, блядь. Да не ссы, ёпты. Фу, бля! Да пиздец, да! Да сядь ко мне не боком, а, блядь, пей, да блядь! Да вот так удобнее, блин! Вот, вот все. Сам он делает, залазь дерьмо! Ой, бля! Давай, попёли! Да вот ты приготовил! Да вот она стоит, вот она! Только умойся нормально! Да не видно никто, отмоемся быстро! Скажи что-нибудь! Чё сказать, дерьмо, ёпта, блядь! Фу, блядь. Блядь, сука. Да давай. Во-во, нормально, нормально. Ну, покажись, блядь. Сука, она в рот попал. Куда? Куда, блядь? Куда? Ну, всё, давай, иди сюда. Я не вижу никого, блядь. Ну ты встань просто хотя бы. Да хрен, ты хочешь, чтобы я упал? Саня, помнишь, мы с тобой давно ролик, мы там снимали. Еще назывался он «Грязевые ванны, Московская область». Помню. Че, в этом году хочешь? Видно будет. Почему бы и нет? Грязи полно. Тихо, на оке. А смотри, какая вообще на это, на речке, смотри, какая гладь вообще, да? Вообще красота. Вот такую погоду я люблю, знаешь что, рыбу люблю ловить. Ну, это... Спиннингом. Да, на спиннинг. На спиннинг, вот ништяк, да. Прям тепло, вообще, вот, да, кайф? Футболки, птички поют, ребята, вообще красота. Приехали мы на нашу речку. Сейчас будем снимать ролик. Я думаю, никуда мы отсюда не поедем. Санек, поздоровайся с подписчиками, Санек. Всем привет, вот приехали, воздух подышать, дождь прошел, конечно, обалденно, погодка хороша, свежий воздух. Посмотрите, ребята, на Санька,
Вот, напишите в комментариях, на сколько лет он выглядит. Потому что после того, как он вышел, лег в больницу, закодировался и вышел, прошло где-то, ну, почти 2 месяца. Посмотрите, как он изменился. То есть я его, честно сказать, не узнаю. Я ему уже на протяжении, вот второй день, я могу, блядь, тебя не узнать просто. Просто не узнать. Вот посмотрите. Вообще, то есть даже когда он снимался, только начал сниматься у меня на канале, он, блядь, ну, он уже тогда такой, так не выглядел. То есть, а сейчас, смотрите, кожа беленькая, как у здорового человека. Ничего нигде вообще нету, блядь. Все зажило, блядь. Щеки даже отъел, некоторые подписчики пишут. Ой, да ладно, там отъел, блядь, щеки. Конечно, на кассу там, блин, на щеки отъешь, блядь. Саня, аж приятно вот на тебя смотреть, даже вот честно тебе скажу. Ладно, ты меня в красноту не загоняй, точно как твой бейсболк стану, блядь. В общем, ребята, будем надеяться, что Санек вот не будет вообще пить. Будет вот таким вот. И даже приятно такого с человека снимать. То есть, понимаете? В чем прикол? Он стал, ну, юморить. То есть он стал, ну, смешной. Не, смешным не надо становиться, блядь. Смешной, сейчас наговорим. Так, о, смотри, на байдак фигачит. А, вон, видишь? По речке. Бля, шиком пахнет, не почувствовал? Ну, это по-любому, ёпта. Сейчас я вам покажу, что здесь. Вот. Комар раздавил. Так, Санек, бери воду, потому что вода тебе пригодится. Ну, я уже что-то догадываюсь. Чего? Ну, что снимай. Вот смотри, вот если ты сейчас угадаешь, что у меня в руке, это будет плюс 200 рублей, как, ну, оплата за ролик, Саня. Насекомый какой-нибудь. Ну, ты знаешь, что нет, вот конкретно, ну что это? Ну, как это будет выглядеть? А это насекомое. Ну, как насекомое? Ну, фиг ее знает. Если ты просто угадаешь, как это будет выглядеть, в какой форме, то плюс 200 рублей. Ну, если по началу погоды, по... Какой-нибудь жук, нахуй. Ну, жук, да. Ну, ты знаешь же, что ты будешь есть. Я же тебе сказал, перед началом. Знаешь. Ничего ты мне не говорил. В общем, ребят, он будет есть... Короче, ладно, буду есть маски жуков. Да, но ты думаешь, что это маски жук. Да, думаю. Он выглядит по-другому. Он что, там, с рогами, что ли, нахуй? Ну, вот ты все угадаешь, как он будет выглядеть, ты под плюс 200 рублей. Ты его что, там, блядь, нарядил, чего, что, блядь? Ну, давай, ладно, буду. Ладно, показывай. На, держи. А ну, хуям, земля-то там. Ну, земля это просто так, чтобы они там жили. Ты что, охренел? Жили, они вообще-то без земли живут. Ну, да, они в земле живут. Какие-то нахуй жуки. Это майский жук, личинка майского жука. Да балдел. Это я личинка майского жука. Где ты их нахер, блин? Это белок. Это белок. Белок. Вот я как раз я сегодня яблони перекапывал. Какой нахуй это, блядь, личинка? Это личинка майского жука. Это какой-то, блядь, червяк-мутант, блядь. Достань одного. Посмотрим. Охуеть, как... Да ладно, курицу у меня сегодня ели, их только так. Я что тебе курицу сегодня, блядь? Помоешь? Да, воду-то открой, блядь. Ну да, помоешь, соответственно. Что ты до хрена здесь откопал, блядь? Ты что, здесь откопал? 5 штук. Ну, 5 штук, блядь, 5, это ты что, обалдел? Парочку хотя бы, ёпты. Парочку, ладно. Санек. Ну не 5. Санек, все. Ай, 5... блядь. Да тихо ты, блядь. Нифига, все 5 штук. Он ест нормально. Да, ты пробовал. Я не пробовал, но я думаю. Да, ты думаешь, блядь. Тихо, давай, покажи на ладошке, как он выглядит. Дай его сначала сполоснуть, а потом... Давай, давай, давай. Это майский жук. То есть, если бы ты ел майского жука, который с крылышками, я думаю, как-то жалко. Мне вот жалко таких. А такого не жалко, он еще родиться не успел, нахуй. Такого нет. Не, слушай, они здоровые, давай. Да, на ладошку положи себе. Я посмотрю, блин, как... я вчера, блин, накоребался. Подожди, я понял, положи после вот сюда на ладошку. Мы покажем, я покажу подписчикам, как это выглядит. В общем, ребята, вот так все это выглядит. Вот это личинка майского жука. Это не успел, белок, родить. Ебать, в Африке их, знаешь, как едят? Я чуть в Африке смотрю. Может, мне еще, блядь, не красный, этот цвет нахуй одеть, то мы ебаем это, блядь, с листьями нафиг, блядь. Блять, вот чисто вот белок, бля, аж самому кусить хочешь, Саня. Да? Я с тобой поделюсь. Просто в рот закидывай, надкуси, покажи, как он выглядит и все. Слушай, ну, блин. Он жуется, заебись. Охуенно. Да голову я по-любому им откушу, нахуй. Ну ты можешь им просто... Он кусается еще, смотри, даже уже. Ну там, кстати, клыки, да, нормально. Ну голову можешь ему оторвать, а остальное все это. Не оторвать, откушу, зачем мне оторвать? Будешь оторвать, он очень... Да ты, ебать, как семечки просто закидывай и все.
Дай я второго сразу помою. Подожди, давай одного вот прям четко прожуй и проглоти. По второго помоем, успеем. Всех пять я не силен. Саня, сразу они легко, это белок, там нету даже мяса, блядь. У меня еще желудок толком не заработал, блин. Сейчас заработает. Да, сейчас заработает. Я тебе же сам прочел, что, блядь, европейцы суп из них делают. Слушайте, это просто, он знаете, что-то говорит. Прочитали, он себя тоже мне показывал до этого, когда на машине ехали. Прочитал в интернете, что и супы из них делают. Да. Ну, это не у нас. И что он полезный, блядь, и по вкусу как сало. Как сало, тогда надо было не воду покупать, блин. Блин, коря будет офигенно. Да, это понятно, что коря будет. Ты без воды попробуй съесть его. Да ты что? Не, Санек, спрячь. Я сначала голову откуси. Давай. Попробуй чисто съесть, чтобы без вопросов. То есть, блядь, закинул, да прожевал, да и все. Ну это не 5. Ты что? 5, 5 надо, Саня, 5. Они легко пойдут. Ты прямо что-то не напоминает, это ты. Давай, легко пойдет. Ладно. Давай. Ну что, его даже вот. Мне сегодня курицы хуячили их только так. Он не успел даже крылья отрастить, блядь. Блядь, курицы, блядь, нормально, только с птицами кого-то что сравнивать, блядь. Это я тут облезет. Давай, это хуже. Даже, не таракан мадагаскарский. Это просто, башка, видишь, вот я. Кстати, в Африке, вот я тебе чаю едят. Да давай просто закидывай молчком, да по... Да закидывай ты молчком, да жуй, ёпта, уже нос ёбал. Ну если смеяться, сейчас перестанешь. Ой, блядь. Ты ж подавись, мне не хватало, нахуй, ёпта. Рожовый. Как порви? Не хухаво. Кстати, да их поджаривают даже. Сало, ебать, да? 100%. Кстати, зажигалкой поджаривают, я знаю, и едят еще. Я так тебя попробую со вторым сделать. Кстати, что по вкусу-то, скажи? Чего? Ну ты же разжевал, что по вкусу? Сейчас. Вкус только доходит. Когда жуешь, чувство такое. Дай мне сказать, какой-то крем, да? Не перебивай ты меня, не. Вот когда жуешь, напоминай сначала вот, когда вот сало вот ешь, блядь. А, вот когда, когда вот кожура вот сама вот такая еще такая толстая. Просто что прикольно, у тебя сейчас хрустело аж. Ну, и жуется так его, вот, хрустел, слышал, да? Да. И вот и такое ощущение, что вот это сало, когда она до конца вот не опаленная, нахуй, вот такое это, блядь, плюс. А вот когда глотаешь, какой-то прям что-то какой-то. Ну, я не объясню, потому что это не объяснить нечем. Ну и кто хочет это, блин, попробовать. Ну это честно, Санек, это натуральный продукт, то есть. Да, охуенно. Я его выкопал нахуй. Я его выкопал. Давай, кстати, одного поджарю. Я просто, знаешь, почему тебе говорю поджарю? Я видел, как их люди едят. Видел. Ты видел не так, а видел. Доставай одного. Видел. Давай. Я уже тоже видел. Куда ты мотнул, ты нифига ты здесь набросал мне. Ну одного можно пока туда кинуть, давай. Давай еще одного. Сейчас я давай их помою сразу. Сейчас им душ сделаем. Ну да, их помыть надо. То есть... Блять, я под сайт забыл сходить. Я воду лью нафиг, блин, охота чувствую, блядь. Ну давай паузу сделаю. Да ладно, сейчас подожди, уж паузу. Туда-сюда, блин. Пойдем сюда, бока кусается, блядь. А, не, серьезно, вот. Ну вот, давай, попробуй. Клыки с пиздец мои. О, видишь, он фигарит, цепляет нафиг. Давай, давай, Саня. Блять, там еще под дуб попал какой-нибудь. Все еще. Помыл, все нормально. Погоди, да. Просто зажигалочка берешь сверху по нему, все. Сейчас что-нибудь поджигал, правда, хуёво. Сейчас, блядь, крем не выскочит, газ там. Сейчас сначала эмбушку откушу, чтоб он это. Давай, давай. Не дергался, блядь. Ну по сути, вот ты же вот такие личинки, ну, ты же сам видишь, блядь, белок надо. Вижу. Мне же... Не, если я в лесу не жрал бы, да не 2-3, ничего, блядь, я бы, конечно, и безжигал тебя нафиг. А у африканцев это считается деликатесом. Слушай, деликатес, блядь. В диких племенах они такую хуйню едят. Блядь, смотри, какая хрень с ней текет, блядь. Это белок, ёпт. Да, белок черный, блядь. Чё-то, блядь, мне нет белок, это не напоминает, нихуя.
ты можешь ополоснуть их. Давай ополоснем еще. Голову откусывай, давай ополоснем. Там, блядь, процедура какая-то, нахуй, ёпта. Да, вот все. Вот все. Чистенький вообще. Кто хочет приготовить суп, вот сначала откусать и голову, нафиг, а поласкивайте, блядь, из картошек и сварить, нафиг. Туда, блин. Можно бутерброд, хуй. Туда лаврушечки, блин, гвоздики, во, получится блюдо, блядь. А так все нормально. Санек, давай выжжу его, подожди, блядь. Ты, его пока поджарь. Его надо жарить целиком и с головой, блядь. Не, с головой он брыкаться будет. Да не, я, наверное, не буду жарить. Он же мокрый. Что его жарить, блядь? Сейчас, блядь, быстрее газ кончится, пока его пожарить, блядь. Ну давай просто одного хоть попробуем. Вот если зажигалка нормально работает. Он мокрый, ёпта. Просто держи его. Какой нормально, такие они работают. Да не, ешь. Да нихуя, он говорю. Сырой ешь. Сырой же. Тоже закидывай, пожуй. А потом сейчас запивай. Конечно. Задание элементарное вообще. Молодцы, ты кажешь. Что мне сейчас застрянет где-нибудь, блядь. Неположенном месте, блядь. Не, как хрустишь, как будто огурец какой-то ешь. Яблоко, ёпта. Че, по-моему, сало в натуре? Да, попробуй. Ну все, запивай. Все, красавчик. Троих тебе, еще два осталось. Да без базара, ёпта. Видишь, пошло как. Пошло как. Вот ты говоришь, пошло. Вот если я был бы в состоянии там с похмелья бы, я бы сейчас от одного бы нафиг, у меня сейчас прорвало бы всего, блин. А так вроде, блин... Нормально, да? Я вот там в волосах скупал. Я сейчас буду все равно полоскать, сейчас бошку. Давай, ладно. Готов? Сейчас дам ему. Так, ребята, осталось 2-3, он съел. Давай, Саня. Сейчас. Хоть раз башкой съешь. А на башке-то, по сути, там мозги, ёпта. Чё? Под пальцем потрогай. Я понимаю, что там вот зубчики. Нет, это потрогай, она, это панцирь тугой. Ну попробуй вот просто с башкой один съесть. Дырки попадёт на чё, блин, зуб. Да не попадёт у тебя. Да, пожёвывай лучше, ёпта. Чем, блядь? Дёснами, ёпта. Я прям под самый корешок, ёпта. Давай, я под самый корешок. Ой, вот, блядь, самый сок, блядь, выплюнул. Самый сок, блядь, самый греб, блядь. Давай, Саня. Вот все, давай все нормально. Давай сполоснем. Руки у тебя просто такие какие-то коричневые, как будто йод там, нахуй. Аккуратнее на ноги, а то на ноги тебе льет. Блин, давай быстрее, у тебя дождик пойдет, уже капит. Да я уже чувствую, блядь. Давай, просто два и прям закидывай все, давай. Вопросов ноль. Ну ты вот так снимайся. Давай, скажи, так вот. Скажи, тебе нравится вот это, что ты ешь? Если мне не нравился, я вот эти два писал. Я так и понял, давай. Мне просто понять, снимай. Что по вкусу, я снимаю. Я не могу объяснить, что по вкусу. Ну, блядь, ощущение, какие сало присутствует? Ну, нет, сало не присутствует. Присутствует только вот это, когда жуешь, нахуй, блядь. Кому-то, блин, какую-то кожу у нас от сала. Давай, ладно, жуй. Все, поехали. Опа, красота, ебать. Слушайте звук. Хруст прям аж. Какой-то ядрёный попал. Ну там просто говном. Наверное. Сайку не привыкать, это белок хули. А не говном, вкус же попался. Знаешь, попался. Вот прямо, как будто такое ощущение, какой-то из дерева листа сорвал нахуй. А, ну это же майский, да? Лист, блядь, вот, блядь, прожевал, нахуй, блядь, вот такой что-то вкус какой-то был, блядь. От листвы. Да, все, ребята, в общем, Санек выполнил задание для конкурса сегодняшнего нашего. Ну что, все. Ты, в принципе, доволен сегодняшним заданием, да. Саня? Вы только когда, там, если кто-то ужин, там, собирается, или обед, завтра, когда будет смотреть, лучше до еды, а после еды. Лучше не смотреть, кто... Салат можно сделать с ними, да? Да, если... Да, кстати, тоже салат делают из них. Ну, не, конечно, не сырых, там, отварить или пережарки. Как креветки, во, ёпта. Прощайся со всеми. Ну, не прощайся, до скорого. Так, а так, ребят, до скорого. Вот у нас и лето, вот у нас тепло. Отдыхайте, кто как может. Больше выходных, больше отдыха, больше счастья. Всем здоровья. Всем удачи, ребята, всем пока.